Дорожно-транспортных происшествий могло быть больше, но сотрудники ГИБДД успели некоторые предупредить. В ходе рейда нетрезвый водитель. С начала года в поле зрения инспекторов попали почти 80 таких автомобилистов. ГИБДД напоминает, управление в нетрезвом состоянии карается лишением права руля на срок до 2 лет и штрафом в 30 тысяч рублей. Отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом состоянии и влечет ту же ответственность. Для повторных нарушений меры значительно жестче, либо штраф до 300 тысяч, либо принудительной работы, либо лишение свободы. Водительское удостоверение при этом случае изымается на 3 года. Однако некоторых эти меры не останавливают. Примечательно, что большинство считают себя абсолютно адекватными. 0,520 миллиграмм на литр. Это превышает предельно допустимые показатели, которые есть, примерно в 3 раза. Должно быть не больше 0,16 миллиграмм на литр. У вас 0,520 миллиграмм на литр. Вот что это. То есть у вас на данный момент установлено состояние алкогольного опьянения. Я себе не чувствую. Я понял, что не чувствуете. Алкотестер показывает, что вы надули 0,520 миллиграмм на литр. Если вы заметили подозрительный автомобиль, сообщите по телефону 24 27 11 24 07 70 либо 102 с мобильного телефона.